пока брат повалило друг друга налево-направо. Мои ровесники тащились от восьмибитых приставок и видеокассет с переводом гнусавым. А майки с надписью «Нирвана» не успевали класть на прилавок. Вместо серпа и молота орел двуглавый, в правой лапе скипетара, в левой держава. На по барабану для тех, кто постарше странно. Вчерашние республики теперь зарубежные страны. На экранах чернуха и откровенные сцены, кругом запретные плоды по спекулятивным ценам. Героиновый бум, повальное увлечение рейвом. Моя слушал на двухкассетнике Курта, Криса и Дейва. Собственно все, если мама была в ночную смену, и шум мешал соседям, легко проходя сквозь стены. Орали колонки на грани поломки, подняла пленка. Мне так хотелось бы учиться при таких же громким шум, который не открывает. Проходит сквозь кирпичные стены. Три часа ночи соседи на взводе, чтобы ловить наш сигнал, не нужны антенны.